Ассоциация европейского бизнеса реализует инициативу, это пилотный проект по комплексной утилизации отходов производств молочных предприятий. Суть заключается в том, чтобы вот конкретно на конкретном белорусском предприятии, это ОАО «Мелковита», показать зеленую экономику. Такого опыта работы с отходами молочных производств не было. Это крупный, огромный проект по содействию Республике Беларусь к переходу к зеленой экономике. 3 года назад, когда мы начинали работать, резала слух у всех, вот зеленая экономика, что это такое? Это был новый термин, который, ну так, неохотно использовался, его пытались, может быть, даже иногда заменить другими словами. Мы собираем вторичные материальные ресурсы, мы уменьшаем нагрузку на окружающую среду. Просто раньше мы говорили энергоемкое там оборудование, сейчас мы просто говорим, что это аспект зеленой экономики. По данным 2016 года, 78% творожной, я имею в виду творожной сыворотки в Гомельской области, не перерабатывается. Сыворотка при ее неправильной утилизации, скрытой утилизации, загрязняет почву и воду. Если мы говорим об этом хуйникском, скажем так, объекте, там мы ставим форсунок, который сможет, с помощью которого предприятие сможет выпускать новый вид продукции. Таких проектов, а тем более сушилок такого масштаба в Республике Беларусь ограниченное количество. Это уникальный продукт, конкуренту, допустим, по нашей области Гомельской, никто такого продукта не выпускает. Таких конкурентов у нас по области нету. Раньше корма, их надо было размешивать, потому что они могли слипнуться, как-то плохо раствориться в воде. То есть не полностью растворялись, оставались в осадок, то есть ну, это тоже потери какие-то. А данный вид продукта он более быстро растворимый получается. Применение форсуночного распылителя позволит нам достичь практически 100% растворимости вот этого сухого продукта в воде. Это большой плюс для предприятия. То есть увеличивается доход, рынки сбыта тоже увеличиваются. Это должно дать толчок тем предприятиям, которые, может быть, еще не видят, как за счет отходов или как за счет новых технологий можно получать дополнительно экономическую выгоду.